Нет. Я был только у Дома культуры Сахарова. Чем тебя удивил? Я и хотел поехать посмотреть, потому что кого я видел 100 раз. Скажем так. Кого я еще нет, только я в школе учился. Давай, сейчас вставай. Я на Кове все детство провел. Давай так. Не, ну можно поставить на эту, на паузу. А? На каких велосипедах? А вы что, давайте я сюда. Я провел все свое детство в районе Мухино-Лямово. Ездил на Аисте. Сначала на Десне, потом на Аисте. Соответственно, это смотри, аккуратно, ты борщевик уже весь высадил. Ты бы, Макс, поставил бы на паузу. В смысле? Ну, на таймер. Что, Макса не настроена камера? Я не знаю, как еще поставить. Да. Снимки будут такие, как на мыльнице. 10 на 15. Так, все, иди вставай сейчас, все. Поехал на Десне с маленьким 20-м колесом. Да. Вот это вообще вещь была. А сзади, блин, толпа такая на взрослых. Шиша за тобой. Он уже ушел на пруд. Ну, давайте все. Блин. О, лактиты даже зашли. Она крепкая вообще. Здание-то? Да. А что ему будет? Видимо, не так давно все. Ну. Ого, сын, сотривай. Откуда? Ну, дождь идет, там лужа наверху на втором этаже. По лестнице. По лестнице. После лазанья в полигон, вон там вылазили все казармы. Что? Вот видишь, все снимается и так в процессе. Вот надо сейчас наверх. А, ты имеешь в виду вниз спуститься? Ну здесь, скорее всего, положено же 2 пожарных выхода. Здесь, да, здесь должно было быть круто, как в таких советских фильмах. Ага. Меня интересует, где выход на крышу. Нет, ну чисто теоретически даже, хотя бы. Вот он. Сейчас залезем. Вот это столовая? Нет, нет. Непонятно, почему. Слушай, там подвал еще есть. Да. Вот, скорее всего, с водой. Ну, можно. Туда пойдем? Да. Самое главное, свежая штукатуренная. Вот я о чем и говорю, что это свежая штукатуренная. Это не с советских времен штукатурка, да. Явно. Насколько я помню, тут что-то пытались восстановить лет, может быть, 5-7 назад. Да. Потом... Разговор был, что какая-то типа зона отдыха хотят. Вроде я что-то. У нас
Такое здание, все коммуникации рядом, хоть что-то вы сделали. Ну, знаешь, сколько такого по всей стране? Ну, большинство таких вещей, они заброшены в связи с тем, что рядом нет никаких коммуникаций. В принципе. Нет, почему? Здесь электричество как минимум. Может быть, газ не подвели, и поэтому забросили. О, ручки есть. Это нормально? Да, отлично, здесь наверху ручки. Сейчас я люк проверю. Люк не закреплен. Да, люк не закреплен. А, люк кирпичом вот тут подперт. А, там фигня, ручки нормальные, да? Да. Вот здесь лавочка. Здесь даже алюминиевые части не скрутили. Даже не до этого, не доломали алюминий. Но крыша давно. Видно, подготавливали ее. Что, никто не полезет наверх? Да. Нет, здесь нормальная, хорошая лестница с ручками. Железная, да. Вот старая штука тут, видишь? Да. Она старая, известковая. Да. А новая уже... На цементный раствор. В отдельном растворе. В отдельном виде. Вот там отдельно валяется. Бесхожая. Почему отдельно? У всех группы там. Я в тенек. А Ваня в цехе стоишь, чтобы нагреваться, чтобы на холодную сесть. Даже елочки, все тут, блин, такая территория. Это просто пруд. Ну, видимо, лестница и здесь окно. То есть я понимаю, выход на крышу. Лестница была что, из переводов деревянных, что ли? Ну, что-то балка. Да, что-то как-то. Может, какой-нибудь витраж был, может, что-нибудь такое. А может, слышишь? Не, ну вот под нами-то вход. Здесь была лестница, вот палки. Посмотри, там бетонная лестница. А здесь, получается, стены переводы ставят? Зачем? Железные. Зачем? Ну, может быть, лестница слишком негабаритная, чтобы не делать лестницу... Парадный вход? Нет, я имею в виду, что она уже стандартная, бетонная, например. А-а-а. Чтобы не делать отдельно бетонную. Чтобы выход на крышу был. Вот выход на крышу. Ну это пожарный, а там как бы такой. Там может быть просто как-то поднимались, смотрели что-нибудь? Вид какой-нибудь? Я может вижу, быть на пруд, да, вот туда вот. Вот я вот и питаюсь, какой-то вверх, балкон. Thank you.
Здесь вот нормальная лестница, лучше, чем там. Где даже перила есть, деревянные. На улицу и сюда же, во все эти помещения. Здесь запасной пожарный выход. О, спуск в подвал я нашел. Я нашел спуск в подвал. Полезем? Да, сейчас надо фонарь только взять. Вон он там, подвал целиком. Там. Я понял. Посмотри, как странно. А там вот, и палки нормальные, да, или выше? Ты же над нами тоже высокие полы. А, вот там-то? Да. Ну там кино, это будка, и все просто, ну, там да, подиум. Получше такие. Подиум там сделали в одном месте. Просто в одном месте сделали подиум для кинооператора, чтобы оборудование. Оно, возможно, тяжелое какое-то. Вот вы говорите, да? Ну да, я на втором этаже туда зашел. Есть выход. То есть, видимо, как пожарный. Нет. И витраж. Слушай, а это не похоже, что это пристроили позже? Это позже пристроили. Да. И вот выход вот сюда, продолбили дыру в стене. Вот, это позже пристроили. Похоже. Нет, это похоже. Ну, цемент другой. Явно. Кладка другая, да. Ну, видимо, вон был, и не будет вообще. Может быть, там есть труп? Нашел. Кого? Подвал. Ну. Нашел подвал? Я нашел. Это нормально, наверное. Ну, это туалет общественный. А, вот здесь можно я нашел. Здесь причем свежие пластиковые уголки. Ну, вот теперь это уже как пытался что-то делать. Да. Ну, это, да, буквально, вот я говорю, были какие-то новости. Вот это было, видимо, кухня. Помывочная. О, еще какой-то вход. Еще один вход в подвал. Да? Ага. Там светло. Надо фонарь взять. Там, скорее всего, грязно. Интересно, там есть два входа в подвал. Сейчас хотим с фонарями туда зайти. Если есть смысл, конечно. Ну, как раз ночной поход организуешь здесь у нас здесь, без всего плавания. А что, полезем или нет? А смысл? Если вы хотите, слазите. Не, ну, по озеру заедем. Поехали, да, туда. Вот там. Потом уже нам. Там 5 колонок, там полотенце.